Партнер прогноза погоды – санаторий «Рассветы над Бией». Санаторий «Рассветы над Бией» проводит лечение мочекаменной болезни, пилонефритов, гастритов и остеохондрозов. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все включено в стоимость путевки. Пенсионерам, медицинским работникам и педагогам скидки. В ближайшие выходные на юге Кузбасса будет пасмурно, пройдет снег. Ветер усилится до 23 метров в секунду. В Прокопьевске в субботу ночью минус 13, минус 15, днем 10-12 градусов мороза. В воскресенье ночью минус 15, минус 17, днем минус 8, минус 10. В Осинниках в субботу ночью минус 12, минус 14, днем минус 11, минус 13. В воскресенье ночью минус 14, минус 16, днем 9-11 градусов ниже 0. В Мысках в субботу ночью минус 11, минус 13, днем минус 10, минус 12. В воскресенье ночью минус 14, минус 16, днем 9-11 градусов мороза. В Междуреченске в субботу ночью минус 11, минус 13, днем 10-12 градусов ниже 0. В воскресенье ночью минус 14, минус 16, днем минус 9, минус 11. В Шерегеше в субботу ночью минус 12, минус 14, днем 11-13 градусов мороза. В воскресенье ночью минус 16, минус 18, днем минус 10, минус 12, штормовой ветер. В Новокузнецке с 7 марта ожидается пасмурная погода, пройдет снег. Температура ночью минус 13, минус 15, днем минус 11, минус 13. Ветер северо-западный, геомагнитное поле Земли неспокойное. 8 марта будет пасмурно, пройдет снег. Температура ночью минус 13, минус 15, днем минус 9, минус 11. Ветер юго-западный, сильный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.